Вы смотрите видео «Ужин со мной». Спасибо всем, кто мне писал в последнее время. Спасибо вам за вашу поддержку. Но вчера, знаете, был такой день, такой, ну не то что тяжелый, а я просто расстроился. Ну и все-таки решил вот такое вот видео снять «Ужин со мной». Ну и начнем. «Ужин со мной». Вот. Вот, приготовил себе салатик, вот там огуречек, помидор и лук-порей. Туда я положил, в общем, сметану и майонез. Вот, надо это смешать. А вы можете писать свои мне сообщения и комментарии. Вот. Я на самом деле вчера был расстроен, и мне все надоело в этой жизни, но да, так надоело, что я даже сегодня опоздал на работу, голова болела. Вот, я такой решил, мне как-то надоел YouTube. Про одну тему вообще не хочу, я хочу про некоторые вещи вообще молчать, не говорить в этом видео. Это просто ужин со мной. Вот. Я вчера одно видео снял, позавчера, и посмотрел как-то нелепо. Но я думаю, это видео нормально, я думаю, вы соскучились по домашней пище. Вот. Надо попробовать, как салатик получился. Вкусно. Я, кстати, не солил это. Перец не ложил, просто сметана и майонез. А вы мне там пишите сообщения. Свои комментарии. Так, что еще у нас тут в меню? Прошло то, что я приготовил. Кстати, вот сварил две таких большие картошки. Ходил на базар. Ну, в общем, ходил на базар. И купил килограмм за 60 центов, короче, килограмм. Ну, вот взял, решил вот взять две картошки. И купил себе курочку. Обжарил ее как следует и буду кушать. Вот. Последние дни, знаете, вот, все, кажется, все тяжело, тяжело. Ну, ты вроде что-то пытаешься делать, ничего не получается. И себя чувствуешь вообще неудачником. Самое смешное, то, что я сказал. Я неудачник. Не, вообще, если говорить про YouTube, он скатился. Люди перестали делать годноту. Не, то есть они делают годноту, но основная масса YouTube, она как бы деградирует. Все-таки большая, да? И себе, блять, чуть не уронил туда. Короче, большую все-таки сделал себе миску салата. Ну, пишите в комментариях или мне свое сочинение, как вы провели этим летом. Кстати, лето это ни о чем, потому что дожди, короче, то дожди, то жара и вообще. Ну, я как-то, знаете, привык к этому лету в Латвии, то, что дожди. Вот. Надо сметанки сюда положить. Сметанки. Так, зачем мне здесь кетчуп? Ну, мне нужен кетчуп, короче, чтобы курочку поесть. Вот. Ну, с курочкой поесть кетчуп. Короче. И это ужин со мной. Так, кетчуп мне пока больше не нужен. Все-таки еда поднимает настроение. Поэтому, да, Андрей, я блог снимаю. Вот да. Это ты блог снимаешь? Да? Капец.
Димон, ну ты вот это вот похаваешь, ты будешь форвардом, блин. Я сегодня решил все-таки это выложить на YouTube. Ну давай. Скажи. Я тебе зайду, скажу, когда скажи, там... Скажи, сколько голосов набрал, блин, просмотров. Я тебе опять Андрей нашел. Ну, не тот, который со мной жил, а другой танкист, короче, он приходит ко мне в гости, и мы играем в танки. Вот, я все-таки решил это выложить видео в YouTube. Я не знаю, кто это сюда досмотрит. Это видео. Я сегодня приступил к картошке. Нашел, что такое видео надо для Ютуба, ну хотя бы для моего канала. Напишите, почему Ютуб деградирует и не делает никто годноту. Бля, почему-то смешно. Может, сокарабичка, да, вот курочку себе сделал, картошечки сварил и, ну это, короче, салатик себе сделал. Хорошо. Блин, только долго это все готовил. Ну как долго? Мне пришлось сходить в магазин, приготовить. Все сам делал, короче. Зато кушать буду. Не как в ресторане, но сам себе сделал ресторан, короче. Вот ресторан это для ленивых, я вам сразу говорю. Вот, а вот самим приготовить, это все-таки надо потрудиться. Вот. Вот. Вот сметану тут положил. Можно кушать. Я в прошлых видео говорил, когда снимал, но не выкладывал это в YouTube. То, что мне вообще пропало желание снимать видео для YouTube. Потому что, ну, как бы я так решил, что люди перестали делать годноту. Ну, кто-то делает, но это просто люди не смотрят, там не набирают миллион просмотров. Вот. И в прошлом еще видео я говорил о том, что пусть у меня будет меньше просмотров, но зато меня будут смотреть постоянно те люди, которые хотят меня смотреть. Но опять же, вы старые подписчики, ради вас я и решил все-таки снять и такое видео уже. Я знаю, что некоторые моменты здесь невыносимо смотреть, потому что я ничего не говорю, а просто ем. И это нормально. Вот. Вчера, кстати, был день ВДВ. ВДВ. Ну, вы поняли, короче. Напишите в комментариях, кто так любит кушать. Ну, картошка, курочка и салатик. Я решил ничего не врезать лишнего, решил, что пусть будет так. Кстати, я не люблю шкурку есть, ну, куриную шкурку. Кто досмотрел до сюда, тот молодец. Или прокрутил до сюда. Вот.
Так, курочка готовится. То есть я ее приготовил. Кстати, я жарил на сковородке эту курочку. Вот. И купил там килограмм, вроде евро 70, купил вроде за 23 цента, ну просто для себя одну. Вот. Сейчас попробую как курочка. Вроде ничего, курочка. Курочка как курочка. Бля, интересно, у кого терпения хватит видео смотреть? Я обычно аналогично, когда такие видео смотрю, мне не хватает терпения. Потому что я смотрю, там чувак кушает что-то. Видите, сколько уже осталось. Если это попало в кадр как следует. Я вообще, когда картошку варил, не сомел. Представляете, кушаем, короче, и тут появляется презерватив. Прикольно было бы. Ладно, не буду вас мучить. Просто выложу это видео, потому что мне уже нечего сказать. Потому что все, что я хотел, я сказал. Что скажу, я скажу это в следующем видео. А когда это видео видит, не знаю, потому что у меня иногда настроение нет, либо вдохновение пропадает, либо мне уже надоел просто YouTube. Ну реально просто хочется отдохнуть от YouTube, от всех каких-то проблем. Вообще ничем не заниматься. Вот, ну ради старых подписчиков, почему бы и не снять такое вот видео. И кто-то из вас, я знаю, смотрит это видео на большом экране, как просто человек кушает и что-то говорит между больших промежутках, и это нормально. Ну, то есть я не стал вырезать, типа, и все такое. Вот. Блин, гаркнул. Ладно, все, всем пока.